Приветствую вас, мои дорогие рукодельницы! С вами Наталья Левинская, мастерская рукоделия «Волшебные клубочки». Сегодня мы продолжаем плетение наших совушек, брелочка и сделаем другой вариант ушек на брелоке. Итак, для формирования ушей у нашей совы брелока я возьму такие же нити хлопковые, из которых плету, но возьму их коротенькие, три штучки, вот так вот соединю вместе и завязала узелок. У меня три ниточки, они все будут нитями основы для ушек. Приколю вот сюда вот, чтобы мне было удобно плести. И на все три нити наплетаю пока вот до середины. Вот эти все шесть ниточек. Вот так вот аккуратно формируя тугой-тугой вот здесь вот узелок. Делаю одну такую как бы толстую бриду, затягивая туго-туго шнуры на плиту все шесть. Сплела все шесть. Теперь я поворачиваю вот эту бриду, здесь вот заколю на самом кончике, поворачиваю ее вверх. И начинаю плести вверх такие же узлы, вот эти вот правые. Только их вот сюда вот формирую, уже близко-близко к узору. Вот так вот, таким вот образом. Надеюсь, вам хорошо видно. Шнуры тоненькие. Плету все до верха. Вот так вот сплелось. Такая вот галочка у меня. Вот это вот будут ушки совы будущие. Я их обрежу вот так вот ножничками. Ну, пока вот оставлю такие вот. Где-то сантиметр. И причешу. Кстати, можно оставить попушистее вот здесь вот. То есть не три шнурочка, а четыре взять. Тогда потуже делать бриду. Вот таким образом у меня получится. Итак, вот здесь вот я оставляю 3 шнура, и на центральный надеваю бусинку глаз. И тут точно так же 3 шнура, и на центральный одеваю бусинку глаз, который мы приготовили с вами. Мы сейчас надеваем, то есть те надевают, у кого нету очков, а у меня же дочка захотела очки, вот такие вот. Вот у кого не будет очков таких, можно просто одеть глазки и двумя вот этими вот ниточками сплести фривалите, вот такие же щечки, как у нас на кулоне. Они будут обрамлением как бы головы совы. Но у меня здесь будут очки вот такие вот большие. Поэтому глазки пока откладываем. Берем вот такое вот одно кольцо. Продеваем вот так из-под низу. Можно взять крючочек, кстати, вот кому удобнее. Вот продеваю из-под низу его. Держу. Еще раз его продеваю из-под, как бы один узелок фривалите, один петельный узелок. Делаем точно такой же еще один. То есть вот продеваем туда вот его. Наверх. Это верхний узелок. И еще один. И затягиваем туго-туго. Вот так вот. Чтобы подтянулся он у нас хорошенечко. Так, вот у меня уже 2 шнурочка навешаны. Еще раз покажу вам технологию. Вот шнур подцепляем из-под низу кольца внутрь. Вот.
подцепили. Как бы вот так вот вверх кладем петелькой. Основание у нас слева остается. И его же опять подцепляем из-под низу. Вот. Подцепляем, протаскиваем. Но вот эта вот петля у нас должна быть сверху. Вот. Сверху лечь эта петля. И еще раз делаем то же самое. Каждый шнурок мы делаем так два раза. Подцепляем из-под низу. Но шнурок у нас при этом остается сверху, вот этот. Вот. И только потом мы вот так вот затягиваем его. Вот. Подвигаем вот так сюда и затягиваем. Он у нас как бы снизу ложится. Сюда вот подвигаем аккуратно и вот так подтягиваем. Вот, плотненько. Так нам нужно сделать 5 шнурочков. Вот эти 2 центральные у нас будут для носа. Их не трогаем. Теперь вот этот вот шнурок крайний, я вот все опустила вниз. Вот все шнурочки, которые наплела внизу у меня. Крайний шнурок делаем вот такое движение. Его наплетаем еще вот сюда на центр, вот который у нас крайний остался. Вот так вот кладем петелькой. И пропускаем вниз крючочком, вытаскивая вот в эту вот петлю, вот в эту. Вот закрепляем здесь вот его репсовым узелком. И еще один также нижний. То есть два шнура мы делаем аналогично. Вот так вот кладем и подцепляем внизу. Сюда в петлю. Сюда кладем его. Раз. И еще раз. Также. Два. Два петельных узла. Вот, кладем сюда. И пропускаем его в петлю. Сюда. Два. Вот у нас как бы затянулись. Вот два шнура у нас последних вот сюда вот пришли. А три остались там. И вот теперь на центральный шнурочек мы надеваем бусинку глаз. Вот. Такие вот будут очки. Здесь вот так же нужно сделать. Начинаем вот с последнего вот этого шнурочка. И в зеркальном отражении мы делаем все то же самое. Только уже вот с левой стороны мы как бы плетем. Вот сюда вот мы заплетаем. Вот так вот. Первый кладем потуже. Вот. Также вот вытаскиваем отсюда. Второй. Подтягиваем. Все наверх вот так вот кладем. Подтягиваем. Рядышком их кладем. Вот. И делаю все 5 шнуров аналогично. Вот здесь и 2 последних, потом еще так же вот здесь вот. Чтобы у нас около переносицы вот так вот были. А здесь как оправа очков получится. Еще раз покажу. Вот шнур нижний вытаскиваю в колечко. Сюда вытаскиваю вот так вот. Делаю вот так вниз петлю. И вот этот вот верхний кончик вытаскиваю в эту петлю из-под низа. Вот, в эту петлю. И вверх его подтягиваю вот сюда кверху очков. Это первый раз. И второй раз точно так же надо сделать. Два раза. Вот делаю петлю. И в эту петлю вытаскиваю вот этот кончик. И надеваю сверху. Вот. Вот это вот идет сверху у меня. Вот так вот. И затягиваю. Потом можно будет вот так вот сдвинуть все. С
следующие, еще две, мне нужно натянуть, три я уже вот повесила, еще две. Вот наплела все 5 шнуров, теперь выпускаем их вниз под кольцо, все выпущу туда вниз, и вот эти 2 центральных шнура вот, я наплетаю вот сюда вот еще раз. Вот сначала вот этот один наплету, потом второй. Вот таким образом. Вот сюда вот делаю петлю. И вот в эту вот петлю нижнюю через кольцо я продеваю. Вот. Один раз подвигаю сюда. И второй раз точно так же. Вот. Продеваю. Крючочком зацепляю. Вот так. И вот в эту вот петлю я просовываю. Вот. И затягиваю. Вот она у меня уже здесь кончик оказался. И еще один. Точно так же. Вот так делаю петлю. И в эту петельку пропускаю. Раз, подвигаю сюда, еще раз, вот, 2, все, вот у меня готовы очки, я готова посадить сюда глазки. Вот такие ушки и глаза у наших сов получились на этом шаге. Это третий шаг – уши. И глаза у нас еще тут получились. Вот наши совы уже почти смотрят. Спасибо большое за просмотр данного урока. Повторяйте этот шаг за мной. Легких вам узелков и послушных шнурочков. Всем пока!